Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Hyundai Porter первая серия, 2.5 турбодизель. На этом автомобиле мы заменим задние барабанные колодки. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль. Что я уже сделал? Я приподнял его, снял колесо и будем отбивать задние тормозные барабаны. Будем смотреть, как там снимается, что, и уже снимать и устанавливать новые колодки. Новые колодки мы будем использовать фирмы Sunshink. Приступаем. Звук немножко поменялся. Я думаю, что мы сейчас заквасим, постоит маленько, и вот этими болтами два штуки потянем. Все, немножко еще постучала, она сама расшевелилась, даже болты не понадобились. В колодке здесь осталось миллиметра полтора. Здесь, если еще потолще, то здесь уже тоньше. Но раз мы уже сюда полезли, мы их заменим. Сейчас чистим посадочное. Снимаем старые колодки. Для этого мы берем вот такой крючок и снимаем стяжные пружины. Но при этом запоминайте, как собран механизм. Также снимаем нижнюю. И снимаем вот эти прижимные пружины. Нажимаете чашку и поворачиваете ее. И вторую сторону также. Теперь у нас здесь трещотка разведена, можно ее свести, а можно снять колодки, свести потом. Но когда будем снимать, чтобы колодками не порвать пыльник тормозного цилиндра. Для этого мы колодку отводим и выводим ее из зацепления с трещоткой. Снимаем трещотку. Так, эта трещотка у нас. Крепится с этой стороны, поэтому трещотку мы не снимем. Чистим ее. И скручиваем. В колодке мы будем использовать корейские фирмы Sunshink.
По саншингу они идут SA 140. Вот такие вот колодочки, вот такой формы у них вырез. Берем, переставляем пружины. Эту мы почистили, скрутили трещоточку. Берем колодочку, устанавливаем ее, заводим в нее трещоточку и фиксируем. Эту колодку мы зафиксировали, пружина у нас стоит сзади. Теперь заводим вторую колодку. Таким образом этот стоит с упором в заднюю пятку. Также берем, фиксируем вторую колодку. Одеваем наш фиксатор. И здесь он у нас упирается в трещоточку. Одеваем нижнюю пружину. Все, колодки мы установили. Теперь ставим тормозной барабан. Так. Брызгаем нашу ступицу медной смазкой. И шпильки, и посадочные. И одеваем барабан.
его одели барабан. Теперь мы берем и сзади, вот через это окошко, я его сейчас покажу. Вот это вот резиновое окошко. Открываем его и разводим, трещоточку подводим, поджимаем наш тормозной барабан. Все, колодки мы подвели. Вот слышно стало подшоркивать чуть-чуть. А затянем колесо, тормозной барабан выровняется. Сядем, немножко проедемся, и будет уже нормально. Ставим колесо и аналогичным образом меняем вторую сторону. Замену тормозных барабанных колодок мы закончили. Всего вам доброго!